В Ильском городском поселении прошел сход граждан. О проделанной работе отчитался исполняющий обязанности главы администрации Михаил Папандопола. Ежедневно проводится уборка улиц, общественных территорий. Гравийные дороги отсыпаются и грейдируются, проводится ямочный ремонт. Устраивают наружное освещение и тротуары. Строятся многоэтажные дома по улице Свердлова для переселения граждан из аварийного жилья. После доклада у жителей появилась возможность задать вопросы. Наболевшая тема – медицинское обслуживание в поселении. Люди жалуются на долгое ожидание скорой помощи, сложность прохождения обследований, отсутствие специалистов. У нас открылась детская поликлиника на радость мамам, стоматология. В нашей поликлинике в центральной есть даже, смотрю, кабинет УЗИ сердца. Но еще бы хотелось, чтобы у нас были врачи. Для нас есть проблема обеспеченности кадрами. На сегодняшний момент краевая администрация принимает меры по поводу приобретения жилья. И в этом году уже куплена одна квартира, в том году купили две квартиры. Поэтому двигаемся в этом направлении в том числе. Много вопросов по-прежнему возникает к работе новой мусороуборочной компании. Нынешний способ сбора мусора жителей не устраивает. Тот объем помешочного сбора, который здесь ведется, он не удовлетворяет население. Но это видно по их реакции. Поэтому большая рекомендация исполняющим обязанности главы поселения, будущему главе поселения, все-таки предметно заняться плотно схемой размещения контейнерных площадок и их строительства. Многие жители отметили позитивные изменения в поселении и поблагодарили администрацию за продуктивную работу.